26 марта 2024 года в 21 час 50 минут на территории города Бердска водитель, мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес», двигался по улице Черемушная со стороны улицы Боровая в сторону улицы Космическая и у дома 36 по улице Микрорайон не справился с управлением, допустил наезд на препятствие, ограждение перильного типа. В результате пострадал пассажир автомобиля, девушка 2010 года рождения, которая с травмами различных степени тяжести была госпитализирована в лечебное учреждение города Бердск. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.